Уважаемые россияне, опять в эфире «Отряды Путина». Но такое пропустить мы просто не можем. Уважаемый Владимир Владимирович, сколько вы провели переговоров со всеми по несколько раз, днями и ночами вы вели переговоры. Вас испытывали все страны, но вы терпели и всех уговаривали, и добивались исполнения минских договоренностей. Но не сработали, не сработало. Приняли другое решение о самоопределении теперь двух республик, который вышел документ, и Россия его поддержала, и сегодня будет подписан на 10 лет. О дружестве, о помощи, о содружестве с республиками ДНР и ЛНР на 10 лет. А если только на Украине ты, Зеленский, развяжешь все-таки войну, вся вина ляжет исторически на тебя, и ты будешь нести ответственность. А мы сегодня празднуем праздник. Вот посмотри, как две республики, да не только две республики, вся Россия поддерживает то, что произошло. Мы добились со своими русскими. Вот так бы с вами жили, украинцы дорогие. Вы боитесь, как сказал Владимир Владимирович, ты ответишь за все, Зеленский. И за то, что дом прострелил профсоюзов. И всех мы знаем по имени и по фамилии, кто в этом деле участвовал. Все за это ответят. Вот ты доигрался. Все кусали, все щипали, все под это самое. И как только виноват Путин. Весь мир сошелся, все на то, приехало к нашим уже границам и Краснодару. Да еще кто-то из деятелей украинских. Смотрите ж, две республики под огнем под себя, а там и Кубань рядом. Ах, как хочется сказать на три буквы. Ты только затронь Кубань с ихними казаками. Ты такого себе не представлял. Поэтому берешь на себя всю вину, Зеленский. Бери, ответишь пожизненно, исторически. Ты войдешь в историю как враг всего мира, не только России. Вот так. А мы сегодня празднуем победу, празднуем то, что республики, две республики самопровозглашение проявили. Все, и документ вышел на 10 лет. Все. О признании двух республик просто Владимир Владимирович сделал великое дело. Мы очень рады. Республики Донецка и Луганска сегодня ликуют. О признании России, чтобы их признали самостоятельными республиками. Спасибо России, спасибо Путину за это. Все говорят и все восхищаются этим решением. Большое спасибо, Владимир Путин. Я сегодня очень рада тому, что вы сделали. Владимир Владимирович, мы очень рады, что вы сделали для Украины, для России, что вы признали Луганскую и Донецкую республиками. Мы очень рады. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что вы признали Донецкую и Луганскую республики. Вам здоровья. Ура! Дорогие украинцы, мы вам мир несем. Большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Мы с вами. Ура, России! Ура, Путину! Ура! 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 Ура!